В областном центре планируют строительство пятой очереди микрорайона «Новая жизнь». Программа по предоставлению жилья на особых условиях молодым специалистам и льготникам уже стала визитной карточкой региона. Современное благоустройство, инновационные решения в строительстве в числе основных преимуществ микрорайона. Будущую площадку «Новой очереди» посетил губернатор Вячеслав Гладков. Благодаря этому проекту получится заметно ускорить реализацию сразу нескольких жилищных программ, к примеру, по предоставлению квартир приезжим врачам, детям-сиротам, многодетным, а также семьям с детьми-инвалидами. И мы сразу двух-трех зайцев убьем. Мы достроим пятую очередь, мы решим социальные проблемы с социальными группами, особо важными проблемами. И в том числе часть дадим на рынок. К работам планируют приступить в середине этого года. К этому времени строительство четвертой очереди уже войдет в завершающий этап. По предварительным оценкам, стоимость возведения пятой очереди составит 2 миллиарда рублей.